Совершенно нелепая, дикая смерть человека, который, ну, даже не успел себя никак проявить в этой жизни. Такие люди, это цвет нации, по сути дела, да, которые выражают свою позицию независимо уже в таком возрасте. И если страна, в стране гибнут такие люди, то что же остается здесь? И мы обязательно будем помнить о нем, и мы, и не только мы, и вообще те люди, которые, ну, поддерживают, скажем, или занимают независимую позицию по Украине, то есть стараются разобраться в том, что происходит, не верят вот так спонтанно той пропаганде, которую мы слышим из средств массовой информации российских, и Влад не верил тоже, и поэтому на него оказывалось давление, и поэтому в результате это совершенно однозначно, что это даже никем не подвергается сомнению, что его смерть связана с его позицией по Украине. Мы возложили цветы напротив посольства Украины в память о Владе Колесникове.